Ремонт подъездов завершился в доме 19 в микрорайоне «Птицефабрика». Результат оценили руководители управляющей компании и жильцы дома. Своими впечатлениями они поделились с нашей съемочной группой. Дом 72-го года постройки в микрорайоне «Птицефабрика» несколько недель был в состоянии ремонта, но результат того стоил. Полностью обновились 6 подъездов пятиэтажки. Ремонтные работы проводились под контролем управляющей компании «Содействие». Цветовое оформление выбрали вместе с жильцами. Мы с ними согласовали в первую очередь колер, плитка и колер. То есть это основной элемент, который мы должны согласовать. Потому что одним нравится бирюзовый, другим розовый цвет, третьим голубые и так далее. То есть, как положено, со старшим по дому, с активом дома мы все это согласовывали. Помимо покраски стен и укладки плитки, установили новые почтовые ящики и заменили осветительные приборы. А многочисленные провода скрыли в компактные пластиковые короба. Основная проблема – это провода, в основном интернет-провайдеры. То есть они как делают амплитуду, натяжку. Мы убрали короба. Конечно, это было самое сложное здесь. Работы проводились не только внутри помещений, но и снаружи. Входные группы обрели новый вид. Покрасили двери, поменяли козырьки и тротуарную плитку. Жильцы дома работу оценили. Краска выбрана, цвет краски хороший. Да, такой очень благородный. Пожалуйста, вот так вот все время. Чтобы так нас не бросали. Не бросать, бросать не будем. Округ никогда не бросит. Это еще не все работы по преобразованию здания. К концу лета здесь же, в 19-м доме на птицефабрике, запланирован ремонт цоколя. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.